Накануне в Центре молодежного творчества собралась настоящая интеллектуальная элита Брестской области. На торжественное открытие третьего этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам в город над Бугом приехали посоревноваться учащиеся со всех районов области. Я увлекаюсь биологией, вообще занимаюсь уже с 9 класса, вот я сейчас 11, но на областной олимпиаде я впервые. Хотелось бы поступить в медицинский университет, вот как-то связано с биологией. Такие вот планы. Я занимаюсь русским языком и литературой, занимаюсь уже достаточно долго, 4-й год. На олимпиаде, областной олимпиаде, я уже 3-й раз. Свою жизнь я, наверное, не свяжу именно с филологией, но для поступления мне нужен будет русский язык, я буду его сдавать и надеюсь, что будет успешно. На участие в областном этапе подали заявки 1130 школьников Брестской области. Лучших из лучших будет определять компетентное жюри из числа ведущих педагогов региона, а также преподавателей вузов. Ведь победа на областном этапе открывает новые возможности. В частности, обладатель первого места автоматически получает 100 баллов по предмету и не сдает централизованное тестирование. И, что немаловажно, путевку на главный республиканский этап, победа в котором дарит поступление без экзаменов в высшее учебное заведение. Ребята настроены на высокие результаты, а руководство региона ожидает новых побед. В Институте развития образования мы имеем банк данных обо всех детях одаренных, которые участвуют в олимпиадах, тем более, которые участвуют на заключительном этапе республиканской олимпиады. И мы таким образом отслеживаем их дальнейшую траекторию, дальнейшее их обучение в наших высших учебных заведениях. Потому что практически все победители республиканской олимпиады, они уже являются студентами высших учебных заведений, то есть выпускники средней школы, имея дипломы, они уже знают, куда они идут и что их привлекает на этот момент. Я занимаюсь русским серьезно уже, наверное, 2-й, даже почти 3-й. И да, серьезная надежда, потому что я собираюсь стать журналистом, поэтому русский, естественно, очень важен. Специально для гостей и участников торжественного открытия был организован праздничный концерт, в котором приняли участие ведущие артисты как города, так и области. Это отличный шанс для ребят, которые весь год интенсивно готовились отдохнуть, набраться новых впечатлений и положительных эмоций. Ведь главная борьба еще впереди.